Выпускной бал – день, когда каждая девочка хочет почувствовать себя принцессой. А какой же бал без настоящего королевского платья? Однако современные школьницы думают иначе. Для одного из главных нарядов в своей жизни на первое место ставят практичность. Я вижу себя в недлинном черном платье, которое облегает, и низкий каблук, потому что на данный момент я считаю, что лучше выбирать такое платье, которое можно потом будет пойти куда-нибудь еще, кроме выпускного, потому что платья нынче дорогие. У меня есть мой костюм, вот, я подобрала. Главное, что какие у меня были критерии. Я выбрала светлое, так как это лето, воздушное, и чтобы мне было в этом уютно. Максимально удобной, по их мнению, должна быть и обувь. Обычно девушки выбирают себе шпильки, на которых не смогут ходить, ну или хотя бы устанут, и вот. Поэтому я решила выбрать что-то среднее. Я взяла низкий каблук, то есть это будет выглядеть элегантно, но при этом я не упаду уставшая посреди как бы праздника. Екатерина Корнеева идет на золотую медаль. Для этого надо усердно трудиться. И лишнего времени нет ни минуты. Так что, как и большинство выпускниц, выбирает наряд через интернет. Походить по магазинам – это очень много времени. И я бы предпочла готовиться к экзамену в это время, чем ходить по магазинам, выбирать что-то. Мне гораздо проще зайти, полистать варианты, которые уже предложены, и все. И заказать, померить. Мы предложили девушкам свой вариант. Здравствуй, Катя. Здравствуй. Ну, я знаю, что наряд к выпускному ты еще не подобрала, поэтому я предлагаю тебе буквально за 15 минут скроить и сшить крутое платье. Готова? Конечно, всегда готова. Вперед! Пышные бальные платья с декольте и кринолином давно канули в лету. На пике сдержанный минимализм и комфорт. Главное – правильно подобрать ткань, цвет и модель по типу фигуры. Платье состоит на самом деле из трех отверстий – голова и две руки. Все. Стиль оверсайз значительно упрощает крой. Свободный силуэт, несколько мерок, пара строчек и модное, необычное, а главное неповторимое платье на выпускной бал готово. Но к такому однотонному платью, мне кажется, обязательно нужно добавлять какие-то аксессуары, чтобы его обыграть, разнообразить. И при этом, меняя аксессуары, можно совершенно по-разному создавать образ. Шелковый шарф, кожаный ремень, цепочка на талии полностью изменяет образ. А если подобрать нужные аксессуары, добавить макияж, туфельки, пусть даже и не хрустальные, и вы королева выпускного бала. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».